Народ, меня зовут Денчик, сегодня со мной Рома, и вам понравился видос, где мы смотрели, кто же станет мисс Амкал. Сегодня мы узнаем, кто станет мисс мира. Мисс футболист. Сегодня у нас есть много классных топовых футболистов, 15 штук. Которые, кстати, выбирали именно вы в инстаграме у Денчика Фломастерова, ссылочка в описании. Все верно, и сегодня, опять же, вы решаете, кто самая красивая футболистка из 15 топовых мировых звезд. Я уже вижу, во-первых, тут не все топовые мировые звезды. Слушай, мне кажется, Криштиану должна быть соска. Но это мы узнаем после рекламы. Дита, но я хочу вам напомнить, что Кубок Виферов — это хорошо, но реальный футбол — это еще лучше. И он вернулся наконец-таки к нам. И, естественно, просмотр всех матчей будет намного интереснее с моими друзьями OneX. Самые высокие коэффициенты и самые быстрые выплаты. Вся информация внизу, вы сами прекрасно знаете где, либо же можете просто отсканировать QR-код. Ну что же, начинаем с Криштиана Роналду. Как ее звали бы? Кристина? Ну, там все, Си. О, Кристина Си, все просто, Си! Смотрим. Второй вариант. Ну, это прям футболистка, знаешь, а на Морган, кстати, чуть-чуть похоже, на Алекс Морган. Возможно, если бы рот был закрыт, не было бы таких огромных зубов. Да, бля, какие неровные зубы. Пиздец, он виниры, что ли, все поставил? На 100%. Ну, это может быть даже и... Ну, это не так плохо. Да, это... Ребят, это... оценивайте Криштиану Роналду, как вы думаете. Бывает намного хуже. Это прям реально футболистка, то есть я вижу, это там гимн играет странно, камеру ведут, и это женщина. Гризман, а что ему тебе? Месси сразу. Месси, а сразу Давай Месси. Сразу. У Месси идеальный рост для девушки. Это уже неплохо. А какая бы была бы сейчас аргентиночка? Ты еще знаешь такой... Слушай, ну тут даже на самом деле не докопаешься, в том плане то, что здесь нету такого, что это прям Месси. Слушай, ну это девчонка, знаешь, которая мстит, блядь. Вот она ходит по колледжу и мстит, вот это она. Ей лучше, блядь, не делать больно. Я к тому, что если Роналду там видно было, что это, ну, по сути, Роналду это есть, так немножечко переделанный, то здесь даже особо не видно Месси больше. Слушай, ну это смешно, это прям смешно такая, блядь. Ну, аргентинская мировая звезда футбола. Неля. Неля, да, Неля. 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 Кристина Си, Неля. Дальше кто у нас? Далее у нас идет Неймария. Мария. А мы сейчас узнаем, как бы, если бы парень Неймара мамы подкатил бы к Неймару, как бы он его видел. Угу. Ну это такая бразильяночка, то есть он как бы остался. Слушай, у меня еще есть его фотка с розовыми волосами, я даже две взял специально, мне интересно посмотреть, потому что Джефф с розовыми был прикольный. Прикольно. Да что там говорить, Джефф выиграл вообще конкурс Мисс Амкал, потому что все голосовали за него. Ну что, мы стали менее засвечены, это значит, что надо продолжать. Неймар, в принципе, пока, наверное, лучше из трех. Но решаете вы. Сейчас у нас идет Мбаппе. Как бы мы ее назвали, эту футболистку? Да я даже не знаю, как назвать. Маша. Мбаппе. Ба. Ба. Или П. Ох. Подкатил бы? Знаешь, я бы свайпнул в ту сторону, где... ну, короче, вообще не очень. Слушай, ну Мбаппе прям очень не очень. Да, наверное, пока что худший вариант. Суарес? Суарес. Суарес будет лучше, чем Мбаппе. О, возможно, Суарес вообще все в порядке будет, не? Такая вампирша, блин. Фиби. Фиби. Кто знает, кто такая Фиби, напишите в комментариях. Она... Есть еще подсказка, у нее есть две сестры. Привет. Она Луиза, Луиза, Луиза. Луиза? Луиза из бразильского сериала. Алло. Ну, не самый. Не самый худший вариант. После Мбаппе, знаешь, после Мбаппе любой вариант не самый худший. Может быть, сделать мисс Тудроц? Ты хайпажор, блядь, хайпажор. Берете лайки, мы сделаем мисс Тудроц. Ну а сейчас у нас Азар. Ну не, не очень. Не, ну в целом это лучше, чем Мбаппе. Слушай, любая девушка, скорее всего, сегодня будет лучше, чем Мбаппе. Это не очень. Честно говоря, игроки Амкала куда симпатичнее, чем футболисты. Ну ты скажи, это Роналду или же Неймару. Да нет, ну в Амкале там, блядь, один Джефф что стоит. Зинченко. Вот они, славяне. Слушай, пошли. Славяне должны быть нормальны. Если он будет похож на Ладу Седан, это Влада Седан, то будет вообще... Здравствуйте, я футболист, это футболистка сборной Дании. Вот чисто футболистка сборной Дании, мне кажется, там вот любая футболистка выглядит так. Такая, я подписал контракт, сидите, Не, ну, я думаю, многим понравится.
Ну, это, знаешь, тоже на любителя, но это куда лучше, чем Мбаппе. Ну, в целом, это, кстати, далеко, ну, может быть, даже один из лучших вариантов сегодня. За счет того, что это Зинченко, это лучший вариант сегодня. Ну и, конечно же, не забываем про приятные плюшечки. По промокоду FLOWMD GROUP вы получите до 6500 рублей, так что сканируем QR-код или бежим вниз. Зато это молодая, по крайней мере. Там просто были одни старушки. Клавинт, опять славяне. Ну, давай, давай. Что, Сань? Давай, Александра. Александра, Сашуля. Ну, так. Зинченко получше вроде бы. Но лучше, чем Мбаппе. Но голосуйте вы обязательно в комментариях, за кого вы даете свой голос, кто станет мисс футболистка. Все будут голосовать за Мбаппе. Слушай, вот на самом деле есть здесь, почему-то там она не высвечивалась, а вот здесь есть розовая прическа с Неймаром. Слушай, ну это прям такая будет, мне кажется, очень страшная девка. А хер тебе про розовые волосы. Прикинь, взяли розовые волосы просто. Слушай, ну, а он Неймар снова, ну, нормал. Блять, ну так, конечно, но лучше, чем Мбаппе. Не, ну с этой фоткой Неймар хуже получился, конечно. Ройс. О, слушай. Немочки пошли. Надежда на Ройса, потому что, ну, он не будет похож на типичную немку. Нет, он похож на типичную немку. Ну, да все. Хотя, не, немки, белые есть немки, но в плане с белыми волосами. Вот. Но это недалеко, это нормальный вариант. Может быть, даже в топ попадет. Вот прошлый, вот это вообще топ. Вот это так себе. Но в целом, блин, ребята, сегодня реально у вас очень сложный выбор, потому что... Есть несколько вариантов, которые... Ну, я пока себе, даже я у себя в голове не могу представить какой-то топ, потому что, ну, мне прям дико ничего не понравилось. Ну, по-любому сейчас те, кто из Украины, начнут то прям топить за Зинченко, кто, ну, из России, Зинченко, возможно, за Головина. Вряд ли, кто из России будет все равно топить за Зинченко. Все топим за Зинченко. Все у нас там. Холланд. Холланд, о, это... Бомбардир! Легенда твоего канала. Бомбардирио. Какие губки, а? Сейчас будет. Сейчас. Накачала ботоксом. Слушай, даже кого-то напоминает порно-актрису. Нет, не порно-актрису, напоминает актрису из «Американской истории ужасов», блондинку такую. Я не смотрел. Вот. Но вот какую-то порно-актрису, но... она точно напоминает. Еще это, губы накачала. Да, губастая такая. Слушай, ну, еще такая юная. Слушай, это один из фаворитов, возможно. Еще один славянин. Локомотив. Москва. Миранчук. Ну, ну это прям это... плохо. Знаешь, честно. Я вижу вот эту женщину, которая несет ведра. Такая, Зинка! Чё? Вот набрала! Набрала! Маруся из деревни. Маруся из деревни, которая чисто, блядь, ходит на колодец. Дибала. О, вот на Дибалу надежда есть. Слушай, ну я Дибала нормально. В общем, ну Дибала пока это фаворитка, возможно. Ну, даже... Похоже на какую-то героинь тоже сериала. Возможно... Что, подкатил бы? Нет. Я знаю, что это Дебала. В голове это всегда останется. Блин, и мы короткие идут. Блин, Дебал, просто браво, браво. Из тебя отличная девка получилась бы. Так, Тёма. Дзюба. Ну, слушай, это страшная должна быть. Не факт. Вообще не факт. Смотрим и... А как тебе такое, Илон Маск? Блять, она очень необычная. Ну, это сильно на самом деле. Как будто вообще, короче, я не знаю, как это комментировать. Как из Дзюбы получилось это, да? Да, как из Дзюбы. Ну, скажем так, это более-менее вариант за сегодняшний день. Не, это прям очень хорошо даже получилось, я считаю. Ну, неожиданно. Хамис Родригес. О, у него тоже есть, он, у него что-то есть схожее с Дебалой. И потенциал имеется. Ну... Такая представительница ЛГБТ. Гризман. Но у тебя и так длинные волосы. Ой, ты будешь кучеряшкой, да? Нет, ты, блядь, порно-звезда. Реально. Это такая, типа... Хотя даже не порно-звезда. Но это нормал. Ну, что-то тут есть. Мне кажется, многим понравится Гризман. Ибрагимович. Предпоследний. Сейчас, мне кажется, его так же исправят, как Дзюбу. Здрасте, блядь. Хуя. И ты тоже футболистка сборной США. Так бы выглядел Ибрагимович, если бы был бы женщина. Реально, то есть такая здоровая, такая баба. Бабища. Чисто если кого прийти и защитить брата младшего, блять, от хуя. Да старшего даже защитить, господи. Но опять же, это не так плохо, как... Это не Мбаппе. Последняя надежда на Игоря. Ну, слушай, Игорь... Симпотная бы. Я не знаю, такая... Это... Ну, кстати, она, знаешь, Капитан Марвел похожа.
Да, кстати, может быть, есть такое. Блин, а Игорь-то может стать вообще победителем. Капитаном, да не, но, слушай, Дибала, мне кажется. Но, ну, у опять... ребят может быть другое мнение. Да. Игорь хорош. Игорь норм. Ребят, вот такие вот получились у нас футболисты. Опять же, выбирали из тех, которых вы предлагали в Инстаграме. Пишите свое мнение в комментарии, кто, по вашему мнению, станет мисс-футболистка. В общем, друзья, вот такой вот ролик получился. Да, ставьте лайк. Мы что-нибудь еще обязательно придумаем. Такое типа лайфстайл. Опять же, можете написать даже в комментарии, что бы вы хотели еще увидеть. Может быть, это будет мисс Тутероц. Может быть, это будет мисс ЛФК Рома. Может быть, это будет мисс Петербург. Ну, кстати, просто мисс Петербург, просто будет тёлки. Да, мы просто позовем и будем проводить кастинг. Вот, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, на канал Ромы. И скоро увидимся. Всем пока.